Сейчас Андрею Кондратюку 45 лет. Его диагноз аутизм не помешал ему войти в творческую среду города и даже представить свой талант на международном уровне. За 10 лет своего творческого пути он регулярно принимал участие в различных выставках и мероприятиях города. Как отмечает его мама, он таким был с детства. С самого детства это было. И причем ему надо было уединиться, чтобы никто не мешал, один. И у него уже стояли коробки с его зарисовками, подчеркушками. Потом пошла, конечно, школа, закончил среднюю школу 20-ю. Потом, когда учился, он походил в художественную школу, потому что я видела, что у него есть такие какие-то способности к рисованию. Сотрудники Брестской городской организации «Белорусское общество инвалидов» предложили Андрею Ивановичу принять участие в уникальной международной премии «Филантроп». Она вручается за высокие достижения людей с инвалидностью в области литературы и искусства. В результате наш герой заслуженно стал лауреатом первой премии в номинации «Живопись. Графика». Результат потрясающий. Заслуженная награда, заслуженная победа, учитывая такое высококомпетентное жюри, председатель жюри – это президент Российской академии художеств Церетели, ну и, конечно же, российское правительство там участвует, Всероссийское общество инвалидов, учредитель этого конкурса. На днях заместитель председателя Брестского городского исполнительного комитета Виталий Щерба торжественно наградил Андрея Кондратюка и поблагодарил за творчество и прославление нашего города. Было достаточно приятно вручать сегодняшнюю награду нашему брестчанину. Вот. Андрей Иванович действительно это заслуживает. И что немаловажно, то что действительно такие люди с определенными особенностями своего физического состояния, вот, все-таки творят, живут, вот, и живут достойно, и дают определенный пример таким же людям, что нужно не падать духом, нужно работать, нужно творить, вот, нужно жить и радоваться каждым днем своей жизни. Хочу выразить глубокую благодарность за высокую оценку моего творчества. Это мне даст дальнейший стимул моей творческой работе. Вся моя работа зависит от настроения. Я люблю рисовать, натуру люблю рисовать, памяти. Всем большое спасибо. Алена Миневич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.